В ходе выездного совещания на стройплощадке перинатального центра зампред правительства Максим Фомин говорил мало, больше слушал. Важно, чтобы все, кто задействован в мероприятиях по сдаче социального объекта регионального значения, объективно доложили о ходе работ и обозначили проблемы. Таковых, впрочем, практически нет. По результатам осмотра внутренних помещений обсудили вопросы благоустройства территории, сноса здания старого роддома, приведения к единому архитектурному облику фасадов зданий больничного комплекса. Я доволен готовностью объекта. Собственно, остались небольшие штрихи. Это по благоустройству территории, асфальт уже окончательный. И мы ждем то оборудование, которое мы закупили, поставка которого будет в ближайшее время. В принципе, объект готов для ввода. Напомним, что в Московской области одновременно строятся 3 перинатальных центра и несколько роддомов. Экономические реалии внесли существенные коррективы в сроки их сдачи, но сейчас ситуация внушает оптимизм. Мы все объекты, все перинатальные наши центры и роддома ускоряем сейчас, чтобы ввод был все-таки в конце апреля, в начале мая. После этого у нас будет еще процедура регистрации объекта, оформления его в собственность и лицензирования. После этого объект будет открыть. Сроки у нас по дорожной карте, чтобы все объекты открыть, это 30 июня. В следующий раз Максим Фомин пообещал приехать на перинатальный центр с проверкой в конце месяца. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».